Всем здорово, чуваки, с вами я, Рули, и сегодня я делаю обзор на такую игру, как Fall Guys. Кстати, да, кто не заметил, мне на канал стал напрямую связан с этой игрой, так как Fall Guys очень популярный в данный момент. Итак, давайте разберемся, а стоит ли игра своих денег. Ну, об этом и о других темах я расскажу в этом видеоролике. Ну и перед началом поставь лайк и подпишись на мой канал. Усаживайтесь поудобнее. Погнали. Итак, давайте разберемся по теме, а стоит ли снимать ее на YouTube в 2020 году. Так как я знаю то, что почти у всех моих зрителей, подписчиков или левых людей есть YouTube-канал. И часто задаются таким вопросом, стоит ли ее снимать. Да, ее стоит снимать, так как она только появилась, и она сразу получила дозу хайпа. Игра стоит всего 500 рублей, поэтому ее может позволить почти каждый человек на этой земле. Поэтому, да, стоит покупать, стоит снимать. Для всех ютуберов она пойдет. Дальше, стоит ли игра своих денег? Нет, не стоит. Я подождал бы лучше каких-либо скидок, акций, раздач и купил бы гораздо дешевле, чем сейчас. Но если вы прям собираетесь ее купить, то покупайте. В принципе, она стоит своих денег, но не 500 рублей. По возможности нужно ждать раздач каких-либо и скидок. А они будут, я больше чем уверен. Дальше, график. Графика тупо обалденная. Она подходит для любителей мультяшной графики. Я лично кайфую от этого графона, и мне прям реально вкалывает вот все вот прорисовочки, вот все вот мультяшные. Я просто обожаю мультики вот в таком вот плане, и вот игры разные обожаю, поэтому такая вот графика просто обалденная. То есть для любителей мультяшной графики она реально подходит. Так, дальше. Стоит ли покупать игру? Да, я уже говорил о том, что стоит. Игра очень прикольная. И обладает множеством уровней, там разные графики, графика тоже прикольная, разнообразие есть. Но также есть баги, недоработки, которые, ну, будут исправлять в дальнейшем. И ты можешь проиграть тупо не потому, что ты сам как-то плохо играешь, а можешь проиграть из-за того, что другой чувак тебя задержал, либо просто все прыгнули в один момент, а ты не успел. Это, конечно же, минус, но... Если отнести все минусы и плюсы, то игра стоит своих денег, и я советую вам ее купить. Всем спасибо за просмотр, с вами был Вуля. Всем удачи, всем пока.